пойдем следом. Понял. Ник, у нас будет только одна попытка, чтобы спасти Ласвелл. Понял. Какой она машине? Ее везут в черном внедорожнике в начале колонны. Сначала атакуем эскорт, потом освобождаем Ласвелл, пока колонна не дошла до границы. Осторожней, на шоссе есть гражданские. Капитан, мы у цели. Внимание всем, оружие к бою! Бойцы, вперед! Теперь они знают о нас. Я захватил машину. Все еще вижу колонну Алькаталы. Принято, Гарт. Продолжай стрелять и прорывайся к Ласвелл. Сержант, я отправила к тебе бойцов. Понял. Где вы? Догоняем. Шестой отбой.
зеленый грузовик. В нем солдаты фары. Понял, вижу их. На восток. Понял, продолжай. Мы двигаемся к тебе. Гад, Ник, разведка сообщила, что впереди блокпост Алькаталы. Так точно, вижу его. Тебе придется идти на таран. Тарань, убей скольких сможешь. Шок и трепет. Не вот. Ник, я прорвался. Понял, Сержа. Так, внимание. Там впереди проблема. Это еще что? Алькатала минирует шоссе. Там же гражданские есть. За это Алькаталу стоит сжечь. Я с радостью ее подожгу. Там же гражданский, Ник. За это я готова стоит сжечь. Там впереди мины. Я с радостью ее подожгу.
Там же гражданский, Ник. За это Алькаталу стоит сжечь. Сержант, впереди мины. Я с радостью ее подожгу. Чего остановился? Там же гражданский, Ник. За это я стал услышать. Сержант, впереди мины. Я с радостью ее подожгу. Здесь взялись эти мины! Грузовика перед тобой! Там же гражданский, Ник! За это я хотел услышать. Сержант, впереди мины! Я с радостью ее подожгу! Покончено!
как обстановка, ответьте. Аккуратней! Аккуратней, сержант! Я на грузовике за тобой, иду на обгон! Газ! Капитан! У них подкрепление! Тебе нужно что-то помощнее! Запрыгивай, сержант, пора! Как обстановка, ответьте. Аккуратней! Аккуратней, сержант! Я на грузовике за тобой, иду на обгон! Газ! Капитан! У них подкрепление! Тебе нужно что-то помощнее! Запрыгивай, сержант, пора! Рад, что ты все-таки жив! Бери гранатомет! Сержант, забирай гранатомет. Весело, Кэп. Что вообще происходит? Мы подбираемся к Ласвелл, поэтому они меняют так. Это как? Мы гнались за ними, а теперь они будут гнаться за нами. Пусть попробуют, сэр. Пусть только попробуют. Сзади. Это фара. Вся банда в сборе. Работаем! Капитан, Алькатала возвращается. Они хотят нас окружить. Это мы еще посмотрим. Вот они, фара, берегись! Газ, сломи из гранатомета. Принято, сейчас. Прямое попадание. Неплохо. Отлично! Капитан, колонна сворачивает влево. Они выбрали короткий путь до границы. Понял, Ник. Продолжаем погоню. Следите за тылом. Так их. Лара, не отставай. Мы с тобой. Ты видишь машину Ласвелл? Так точно, капитан. Но между вами еще много противников. С ними мы разберемся. Не теряй ее из виду, Ник. Шестой отбой. Ласвелл охраняют лучшие боевики Алькаталы. Мы уже близко. Надо рассредоточиться. Газ, возьми машину. Мы ударим со всех возможных направлений. Захвати еще одну машину, Газ. Нам надо рассредоточиться.
дроны Камикадзе. Понял, Ник. Откуда у Алькатала такие дроны? От майора Гассана. Солдаты, будьте осторожны, сверху бомбы. Аюта, Аркоидо. Вижу их, впереди. Убивай быстрее, или нам крышка. Я пристрелил пилота. Оружием БТР нам не по зубам. Подбери к БТРу. Как будешь готов, я его отпишу, а ты залезешь. Понял. Твою мать! Живей, Газ, не подставляйся под выстрелы. Оружием БТР нам не по зубам. Подберись к БТРу. Как будешь готов, я его отвлеку, а ты залезешь. Понял. Твою мать! Живей, Газ, не подставляйся под выстрелы. Я на месте! Так, приготовься! Давай, сержант! Лезь на БТР! Сержант, ставь заряд и бегом отсюда! Николай. Понял. Сержант, Ласло в черном внедорожнике. Вперед. Thank you.
чисто. Кейт, все хорошо. Все хорошо. Встреча семьи. Красотища. Фара, хорошо деретесь. Вы тоже. Все вы. Мы в Альмазре. Нам надо найти безопасное место. И срочно. Капитан прав. На той стороне вас буду вести я. Спасибо, Фара. Да пустяки. Мы у тебя в долгу. Мы в расчете. Удачи всем нам. До встречи, капитан. По коням, бойцы! Эй, прости, я не мог. Джон, но не это надо. Моя вина, я не должен был Джон, бросать. Джон, все, хватит. Ладно. У нас проблема похуже. В Испании находились системы наведения. Системы наведения? Черт, где они их взяли? У русских. Где они сейчас? На ракетах. И кроме Гасана только один человек знает, где. Ла Каса де Синомбре? Но одного из Логартеньентес. Лейтенанта в картеле? Именно, Соуп. Быстро учишься. Мы знаем, что все большие шишки Лас-Альмаса будут там. Одни по приглашению, другие... По вызову? Да. И в чем суть? Но Сотрос. Лас-Альмас горит, и они... хотят знать, кто его поджег. Синомбре тоже там будет. Но гарантиес. Но другого шанса нет. Ну, рискнем. Мои тени хоть всю эту чертову страну захватят. Предпочел бы иначе. Это я так. Один дом точно осилим. Синомбре нужен живым. Ну, мы его выманим. Как? Предложим ему данные. Хочет узнать, кто мы? Пожалуйста. Лично? Корректо. Проберемся туда, найдем босса и готово. Я пойду. Сунешься туда, и тебя прикончат. Я все же рискну. Нам надо найти ракеты, так давайте найдем их. Я предложу рассказать все Синомбре. И если он там, нападайте. Орале, да ты смельчак, Каброн. Но тебе нужны глаза и уши. Я с тобой. Я вас прикрою. И вертушка теней будет рядом. Да, понял. И как доказательство, покажи это. Зови, если что. Так, собираемся и погнали. Тени на месте. Понял. Все готово. Вижу хорошую площадку на крыше. Понял. Двое с оружием у парадной двери. Алехандро, ты как? Он вакеро внутри. Твою мать, как это ты? Это тайна, эрмано. Вижу Соупа. Момент истины. Они видят? Теперь да. Его ведут внутрь. А он смелый. Хоть бы выжил. Эрмано. Алехандро. Как ты? Потом. Слушай. Выложи им все как есть. Не ври. Отвечай на вопрос, иначе тебя убьют. Выложить им все? Все. Мексиканский спецназ, американский ЧВК, Shadow Company, Филипп Грейвс, всю правду. Даже твое имя? Это он? Си, сеньор. У тебя есть имя? Меня зовут Соуп. Что за имя такое дурацкое, Соуп? Идем. Мне нужен Эль Синомбре. А, ему нужен босс. Ты жив только потому, что можешь что-то знать. Веди себя хорошо, Гуэро.
Или я сдеру твой долбанный ирокез вместе со скальпом. Нахер из моего лифта. Это мой дом. А значит, не увидишь босса, пока я не скажу. Молчи, пока не спросят. А самое главное, говори правду. Если соврешь, пойдешь на корм псам. Что ты себе позволяешь? А ну марш! Я давно не спал. Босс запретил наркоту. Диего, я просто хотел взбодриться, пойми. Выполняй приказы, скотина! Боль вправит тебе мозги. А теперь за дело. Лос-Альмос на войне. Чтоб победить, слушай приказ. Только так мы и выживаем. Давай.